Итак, привет! Меня зовут Виктория, и я давно не выкладывала никаких роликов. У меня были обстоятельства, я изучала какие-то акварельные приемы, изучала компьютерное рисование, что меня, практически повергло в депрессию. Оказалось, это совсем не мое, хотя и интересно, и где-то даже захватывает, в общем, неважно. Так. Сейчас я достала свою любимую пастель. Передо мной стоит задача нарисовать портрет лошади. Итак, чтобы перевести изображение на пастельную бумагу, в принципе, вообще на любую бумагу, достаточно взять пастельный мелок или уголь, или мягкий карандаш и заштриховать с обратной стороны распечатку вашего изображения. Теперь берем лист, на который нам надо перевести это изображение. Желательно аккуратненько. Выкрепляем его. Зачем аккуратненько? Для того, чтобы меньше следов оставалось от пигмента мелка. В моем случае это вообще, конечно, очень желательно, потому что я хотела не заштриховывать бумагу, сам цвет бумаги. Я хотела меньше делать работы. Это так называется. Потому что этот рисунок, он сделан для конкурса в одной группе во ВКонтакте. И там все договорились нарисовать лошадь, и я больше всех орала, что я обожаю лошадей и буду рисовать. И я ничего не сделала, осталось 24 числа публикуем. Вот. Поэтому я беру темный лист. Максимально простой референс, никакого движения, ничего. И попробую спасти как-то ситуацию, которую сама себе организовала. Так, я думаю, этого достаточно. Лист шевелиться не будет. Берем карандаш. Причем такой подтверженный, у меня все мягкие. Ну ладно, неважно. И погнали. Последний раз я рисовала лошадей в школе, в старших классах. Лошадей рисовать сложно, с моей точки зрения, да. У них такие сложные морды. Много мышц. Каждая мышца, она, соответственно, отражает свет в разных плоскостях. В общем, это целая история. Начиная с каких-то таких вещей для того, чтобы просто привыкнуть к обычному рисованию, не компьютерному. Получается, последний раз я рисовала живьем. В январе я рисовала, но тем не менее, даже в феврале, там акварелью, какие-то быстрые скетчи. Однако пастелью я пользовалась последний раз, по-моему, в ноябре или, может быть, в декабре. Доводила до конца там какие-то рисунки. Потом перешла на акварель. Потом у меня появился планшет, и исчезло время. Как-то обучение далось очень-очень тяжело. Я не вижу, что тут. Где-то тут вот так. Там потом уже будет по... Тут вот такие мышцы, вены, блики. Откровенно говоря, после долгого перерыва в рисовании с пастелью, у меня есть некий какой-то такой страх сейчас. Потому что вот все-таки жидкие материалы, которые рисуешь, они как-то поживописнее. Там проще достигается, это живописность. С пастелью, там немножко не так получается. Хотя сам материал мне больше нравится, пастель прям обожаю. Все равно это мой самый любимый. Но, как говорится, не для ленивых. Хотя первый раз я пастель попробовала именно для экономии времени и как-то такого удобства. Потому что, казалось бы, не нужно с собой таскать воду, не нужно кисти, не нужно их там все время споласкивать, там как-то обустраиваться. Сел, достал мелки и вперед. А закончилось все тем, что с опытом. Ты на каждый пленэр стараешься взять как можно больше этих мелков, потому что то один понадобится, то другой, особенно если ты как-то располагаешь временем, и тебе, у тебя есть возможность уйти надолго и сделать полноценную работу. Так получается, что я этот чемоданчик, который я сначала поставила на стол, ношу с собой. Ладно, здесь что-то непонятное, здесь какие-то тени. Тут можно прямо беленьким. Так, что еще осталось? Здесь тоже блики. Так, глазки.
Так, ладно, ну, в принципе, основные какие-то вещи я обозначила. Тут такой круг лошадки, растворяющийся в темноте. Тут он как не лапка. Кажется, все. Ну да, отлично. Что делать с лишним пигментом? Берем клячку, разминаем. В принципе, сначала вообще, чтобы лишнее там не стряхивать, надо вот так вот, так постучать, чтобы совсем крупные частички пигмента осыпались, и вперед. Я сильно убирать не буду, потому что в процессе работы все равно тут еще все будет такое. Очень даже. Очень даже. Молодец, взяла, размазала. Так, пигмент. Просто красавица. Так. Ну, здесь вот просто вот надо будет так аккуратненько увести это все в темноту. Ну, если получится, не получится, значит не получится. Все, теперь вот основной такой предварительный рисунок у меня есть. Все, переключаюсь на таймлапс и начинаю фигачить в цвете, раскрашивать. Всем спасибо за внимание. До свидос.